всем доброе утро. Бабушка одна попросила забрать ее около дома. Она ходит, все с ней нормально, но вот ей нужна как бы как опора, знаете, чтобы довести. Ей уже около 90 лет, вот иду за ней. Вот так вот услуги. Хочешь жить, умей вертеться. Смотрите, какая. Вот эта пыль сахарская, она меня уже задолбала, если честно. Все машины грязные, окна грязные. Я вот знаете, что думаю? Если вот эта вот у нас пыль сахарская летает уже месяц, наверное. В Сахаре-то что там осталось-то? Она же вся пыль-то сюда прилетела, весь песок. Там что, ничего нету больше? Или откуда она берется? Надо, кстати, в Google поискать. Откуда берется песок в Сахаре? Если он весь здесь... к нам сюда прилетел. Там, наверное, ни хрена уже не осталось. Так, бабушка у нас вон там живет. Вышла она, не вышла? Или где она? Нет еще. Че мне ее теперь ждать, стоять тут? Как-то не очень хочется. У меня еще одна клиентка там есть. Уже. Здрасте, приехали. А, открыта дверь. Не-не. Оля, таки. Заехала в Лидл. У меня нет ни грамма молока. Вот. Так что уже причем 2 или 3 дня. Знаете, чем спасаюсь? Оля. Ну, ты кем? В общем, сухое молоко меня спасает. Потому что я утром пью кофейный напиток. И он мне нужен, кстати, папайя. Почем у нас здесь папайя? 2,99 килограмм. Наверное, недорого. Вот. Пойду молоко возьму. Ну и какой списочек есть у меня. Слушайте. Может взять папайку? Что-то мне прям понравилось. Это вроде неплохая. Возьму. Пускай лежит. Ой. Кстати, так быстро нашла парковочное место, что прям даже офигела. Так, хлеб надо мы уже взять. Говорит, вкусный. Вот этот. Добавила. Вот этот мне нравится. Но, блин, он слишком далеко. Слишком далеко. Ну, подай ты мне. Что останавливало? Интересно, вот достану я его. Как вы думаете? Мне кажется, достану. Чтобы я да не достала. Да быть такого не может. Это мой хлеб, я его потом своими руками буду есть. Так, ну все, я затарилась. А сейчас быстренько вот этот магазин сбегаю. Мне здесь конфетки нравятся. Они такие, как птичье молоко. Вот. И почему-то вот... Может, продают в других магазинах? Просто не замечала. Вот. Быстренько сейчас. Это магазин... Здесь почти все по 1,5 евро. Так. Они где-то... Чтобы не задерживаться. Еще супчик варить дома. Угу, вот они. Сразу 2 возьму. Много разных вкусняшек, конечно. Ну, я вот эти обожаю. С чаем. Просто. Ням-ням-ням. Почему-то, знаете, в ТикТоке так бесит, когда людей говорят. Вернее, людей бесит, когда я говорю ням-ням-ням. Конечно, не понимаю. Наверное, нервный тик или еще что-то. Все бывает. Что еще тут вкусненького есть? Или пока ничего не надо. С
свой лук сегодняшний покажу. Мне он прям очень нравится. Правда, я жилетку практически не надевала, потому что вроде как тепло на улице. Это я сейчас надела, чтобы в руках не нести. Вот. В общем, прикольно. Мне очень нравится. Смотрите, это у меня жилетка такая, что ли, да? Вот видите, там руки торчат. Еще в прошлом году покупала, а сейчас гляжу, все воротники такие носят прикольные. Это мои джинсики, которые вчера купила. Вот, кеды. В общем, мне прям очень нравится и прикольненько. Так, открываем дверь, на улице очень тепло. Сейчас надо разобрать посуду. Думаю, что у нас двери нет, у нас все есть. Кстати, тоже надо открыть, на улице тепло, хорошо. Разобрать посуду. Муж даже с утра сделал себе тортилью. Вот, видите, вместо молока пользуюсь сухим молоком. Кстати, очень классно спасает вода с лимоном. Обязательно надо пить. И сейчас я вам переоденусь и покажу, что я купила. Вот я за что не люблю кеды, это их снимать. Надо расшнуровывать, когда кроссовки раз и снял. Представляете, кеды носим вообще. Трэш. Я помню, в детстве-то их сроду не носила, потому что, ну, как-то... Я помню их на физкультуру, там кто-то носил когда-то, куда-то. А тут я ношу. У нас какая-то машина, видимо, кому-то что-то доставку привезли. И я парканулась так классно, прямо около двери. Да, Чучи, да, я пришла. Что, ты яблочко хочешь? Да, тебе яблочко или что ты хочешь? М? Расскажи, петь будешь? Он поет. Днями, ночами пылесос у нас зарядился. В общем, ладно, пошла я переодеваться. Повесить белье надо, у меня там стирка постиралась. И суп варить. Так, ну что у нас тут? Молоко вот взяла 6 по 83. 6 упаковки сразу, ну, 6 литров. Хлеб добыла бабушке, это мужу. Вот такой сразу его порезала. Он у нас 79 копеек. Ага, 3,29 стоят. Вот такие сардельки, они нереально вкусные, с сыром. Очень вкусные, кто вот любит такие, они подкопченые. Советую. В Лидле 3,29. Здесь у нас полкило. Батат. Вот такой сладкая картошка. Она тоже нереально вкусная. Я однажды, представляете, хотела взять мороженую картошку, ну, чтобы в шатай-машине делать. И ошиблась, взяла батат. Блин, он намного вкуснее. Рубль 99 стоит. Ой, смотрите, тут даже шатен-машина есть. Ну, нифига себе, 15-18 минут. Но он быстрее готовится. В общем, ну, потому что я вот так вот столько готовлю. Очень тоже советую всем. Прям вообще вкуснятина. Яйца рубль 45. 12 штук. Так, что еще? А, ватные палочки 99 копеек. Папайя у нас на 2,48 вытянула. Тут 830 грамм. И вот такие вот у кассы уже стояли очиститель для чайника. Я обычно беру этот, кислоту. Как она там называется, кислота-то. Ну, вы поняли. А тут он стоит, смотрите, 79 копеек всего, а здесь 8 штук. А нужно 1-2 таблеточки. То есть, ну, намного выгоднее. Тут вроде как написано ни химии, ничего. А, ну, смотрите, еще вот так вот. В общем, нормальная такая штука.
будем пробовать. А то чайник, вода, короче, не очень, и чайник постоянно в этом, ну, вы поняли, в чем. Разговариваю, короче, с вами, догадайтесь сами, о чем, да? В Диалс зашла, купила вот эти вот свои конфеты, которые я просто обожаю. Вот они вот такие вкусные, как суфле. Такой внутри, по рубль 50 штука. И смотрите, взяла вот такие витамины. И до бакалау, это печень трески. Ну, рыбий жир, знаете, тут всякие вот рыбий жир 2000, рыбий жир 2. В общем, прикольные всякие витамины Е, А, Д. Сейчас весна, витаминоз и все такое. Я, кстати, недавно тут сдавала, не знаю, наверное, уже говорила, анализы на это. Ну, есть витамин D, вот несмотря на то, что у нас солнце, да, там ходим, но все равно у меня по анализам вышло, что незначительное, но нехватка витамина D было. Мне, кстати, медик выписал одноразовую такую эту. Вы знаете, что витамин D самолично нельзя пить, нужно обязательно сдавать анализы, потому что если у вас их переизбыток, то, короче, не есть хорошо. Вот, и мне врач выписал там одну баночку выпить и все. Ну, здесь его незначительное количество этого витамина D. 4, не знаю, что. Так что, я думаю, что нормально. Ты уже пришел сверху, да? Ай, суп варить сейчас. Суп надо варить. Прям холодцом стал. Вы знаете, в бешбармак надо лук. Я вот не знаю, он мне не нравится. Мне кажется, не совсем он мне нравится. Или нравится. Ну ладно, это же у меня не настоящий бешбармак. Поэтому обойдемся без лука. Закидаю вот эти вот и все. Ладно, пока будет у меня закипать, я пойду белье повешу. Слышите, мой соловей мой. Соловей, голосистый соловей. А-а. Может быть, сосисочку одну? Нет, сосисочку не одну, не буду. На завтра оставлю. У меня салатик есть же. Ой, блин, батат надо спрятать. Вот, завтра сосиску вот с этой буду есть. И салат у меня из свеклы есть. Придумала! Я в салат слишком много соли добавила. Тру еще одну свеколку. Чарли ее просто обожает. Прибежал, просит. Пол свеклы уже сожрал. Вкусно? Все, больше нету. Все-таки решила с луком делать. Уж бешбармак так бешбармак, правильно? Посмотрим. Приятного аппетита, друзья. Смотрите, сколько красок. Разный. И не скажешь, что зима. Да-да, друзья, у нас зима. До 20-го, до 21 марта у нас зима. Зима, холода, одинокие дома. Но все цветет и расцветает. Вообще красота. Только вот эта вот сахарская пыль все портит. Погода выдает телефон, что тут солнечно вообще, прям небольшие облака. Ага. Они не думали, что на нас надвинется. И телевизор сказал, что до конца недели будет лететь вот такая сахарская пыль. Ну вот у меня опять вопрос такой же. Если она вся здесь, пыль в Сахаре, что тогда осталось? Там у них там ничего нету, наверное, да? Она вся сюда прилетела. Я сегодня иду по полям, тут вдоль дороги немножко надо пройти, но ничего страшного, вот. А потому что хочу пойти в русский, я там 1,5 рубля должна, я и семечки куплю. Прям вот сижу и мечтаю о семечках. Знаете, после обеда мне прям телек посмотреть, забыть себе семечки погрызть, в общем, пойду куплю. Чарли здесь. Вот, еще мне сегодня муж сообщил, что он мою машинку отремонтировал, наконец-то, а то, блин, знаете, то понос, то золотуха, и я каждый день машинка, вот, и я такая ему, вези давай, а он сразу такой отмазался, ой, не, мне в Малагу надо за это, за
деталями. Ну, короче, отмазался. А я-то вчера смотрела погоду, передавали солнце, там вообще солнечный денек классный. Ну, я и быстрее стирку с утра затеяла. Ага, денек солнечный, прям вообще. Даже очки я сегодня с собой не взяла, потому что нету солнца. Вот. А девочка там с русского магазина, ну, у нас группа в WhatsApp есть, одна там шлёт вкусняшки разные, и то привезла, и всё привезла. Вот, ну, там, знаете, например, кабачковую икру, я сама делаю кабачковую икру. Во-первых, она готовится быстро, во-вторых, мне её делает робот. И то есть, и там хотя бы я знаю, что и что, но у меня от неё, знаете, изжога. Вот. Что-то она там еще... А, чаев она привезла. Чаи вкусные. Именно вот этой марки, которая сейчас, если будет, какой-нибудь себе куплю. И покажу вам, какую я марку люблю. Ну, понравился мне от них чай. Вот. Так что сейчас заглянем в русский. Вот такая марка чая мне нравится. Но есть такой чай. Черная смородина. Это, конечно, не совсем то. Это зеленый чай мохито. Ну, не знаю, здесь вроде бы как будет вкусный, посмотрим. Ну, просто вот того, который мне нравится, его, Кристина говорит, на базе нету. Невозможно найти. Потому что я не первая, кто его заказывает. Тяжело кушать пошел. И семечки вот такие взяла, знаете, совсем даже неплохие, не хуже, чем от Мартина. Смотрите, мытые. Вот. То ли у нас Мартин какой-то не такой, то ли что, но как-то в России были вкуснее от Мартин семечки. Ну, вот эти тоже хорошие. Знаете, бывает обычно мелковатый, конечно. Мелковато, но на нет и сюда нету. Смотрю, там у меня клубничка лежит. Сейчас я ее, наверное... Ой, она уже портиться начала. Буду оприходовать. Колбаску пришел, на тебе колбаску. Кстати, вот эта классная колбаса Валди купила, мне она очень нравится. В общем, я ж тут это окрошку варю, варю, наварила уже, скажем так, яйца варю к окрошке. Вот осталось мне только порезать, скажем так, как одни это яйца. Здесь вроде бы уже все готово. Вспомнила, что есть и кефир, и все на свете. В общем, вот так вот, смотрите, как классно все порезалось. Ну что, друзья, еды на ближайшую неделю у меня есть. Это окрошка. Что-то так много получилось. Но зато так классно все порезано одинаковыми кубиками. Вообще суперски. Вот так вот. Жри, Оксана, не хочу. Кефирчик. Ой, кефирчик. Окрошечку. Ням-ням-ням. В ТикТоке, смотрите, просмотры, как грибы растут. Вот выложила, сегодня сняла в Лидле, была, выложила, где там колбаска докторская продается, где хрен продается, где горчица. И смотрите, уже буквально за 2 часа 2000 с лишним просмотров, представляете? И тут такие нормальные просмотры, буквально, ну не знаю. Как это все работает, я говорю, вот бы в Ютубе также работало. Но, видимо, не так все это. Вот. Там начали опять спорить, хоть колбаса, мне колбаса, знаете, говорят, там типа состав плохой, посмотрела, состав нормальный, 80% мяса, потом там соль, перец, все нормально, чего не нравится. Ну, это, знаете, люди, людям лишь бы вот придраться, вот неважно к чему, без разницы, вот так вот. А там же все безликие в ТикТоке, там же как, зарегистрировался, Узер, по-моему, называется, ну, Узер, он и в Африке Узер, как говорится. Ладно, не в этом суть, а суть в том, что уже все, уже поздно, а я уже в душ пошла. Так что буду с вами прощаться, не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайк и спасибо вам за ваши комментарии. Пишите, спрашивайте там что, как, почем и как у вас дела. А у нас дела замечательно. Всего самого лучшего, всем пока-пока!